дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Амирхан Про 07. И сегодня мы поиграем в это, блин, в Ninja Legends 2. И еще у меня есть один кодик. Но у меня он не сработает. Ну ладно, давай поторгуем. Не на русском. Я его не скопирую, мне придется. Вот, просто пишите, и видите, у меня он уже использован, поэтому у вас его нет, и вы можете его написать. Ну, давай поторгуем. Это Ninja Legends 2, повторяюсь. И сегодня мы поиграем... И сегодня мы поиграем в эту игру. Блин. Следующая планета не приди... А, стоп, я уже ее разблокировал. Ладно. Так, все, прилетаем. Магаз. Ты, фига, у меня меч. Я не понимаю, как он так его пуляет. Видите, он его пуляет просто. Он его пуляет. Вот это поворот. Ну давай. Раз, два, три. Все. Ладно, давай так. Да. Капец, ладно. Все, титанизировать питомца. Это так смешно было. Кстати, я уже несколько заданий выполнил. Да, кстати, тут нужно задание выполнять, если вы не знали. Капец, это был такой смешной трейд. Еще один раз трейд кинул. Он, наверное, просто 500 раз подряд кидает всем трейды и дает им петов ненужных. Ну, для него. Два, а у меня был вот такой вот меч. Теперь они... Вот это они классно выглядят. Класс. Ну, как всегда, в принципе. Я не удивлен, то, что вот так вот классно все сделали. Это же все-таки... Сейчас. Это же все-таки Ninja Legends. Вы помните вообще прошлую часть? Она была, конечно... Не так хорошо проработана. А, так вот для чего токены нужны. Она была, конечно, не так проработана классно, но все равно нормально. Ультра-рок класс. Я просто вот так вот пролистаю и сейчас посмотрю, что он там. А что там за задание? Ничего. Опять 25 замажу. 25 питомцев можно. Через 5 часов смогу забрать. Ладно. Свитки. Прикол будет. Да, все, вращение. 10 токенов. Понял. Бесплатное вращение опять через 5 часов. Ну да. Нет, что такое тут нужно. Ладно. Так, хиты. Отличный перевод. Ладно, победу. Все, я валю. Мне не нужно бить такого слабачка. Ту! Знаете, короче, она сейчас пропадет. Я же сказал. Я уже знаю просто. Все-таки я же как-то прошел до второго острова. Такс. Я уже все сундуки... вон тот не прячет. Ну, по-моему, я его не могу забрать. Да, не могу забрать. Его я вообще через 20 минут после этого забрала. Знаете почему? Я его не смог найти. Капец. Мне вот интересно, а сколько тут званий? Эволюция. Нет. 4, 4, 4. Получается 12. Да, 12.
Ну ладно, хотя бы немного. 20 биллионов, то есть миллиардов. Так, купить все. А потом идут желтые замки. Или оранжевые. Ладно, просто качаемся. Ребят, я знаю топ-тактику, как тут быстро прокачаться. Заходите, встаете вот так вот. Скачивайте автокликер. Если он у вас есть, то не можете ничего скачивать. Ставите автокликер. Ребят, я сейчас просто стою, и у меня автокликер все сам делает. Это очень легко. Тут на самом деле... Ой, тут на самом деле прокачиваться так же легко, как в первом. И теперь можно попить чай. А мне нужен 1 миллиард. Я просто куплю себе оружие. Все, почти накопилось. Покупаем оружие. Так. О, наконец-то два. Блин, он же фиолетовый, не красный. Знаете, зачем мне нужен красный меч такой? Зачем, чтобы вы его серым сделали? Сейчас вот тут и серый. Ладно. Короче. Текст. Все, продаем. Покупаем, продаем. И еще чуть-чуть поем. Ребят, нажимайте на красную кнопочку подписаться, и тогда они станут серыми. Они стали серыми. Респект вам. Ладно, а теперь будем прокачиваться. Ну, блин, опять красные. Походу, кто-то опять не нажал подписаться. Ну ладно, буду с красным прокачиваться. Сейчас, наверное, никто не понял, что я сделал и зачем я это сделал. Во-первых, я сам не знаю, зачем я это сделал. А во-вторых, я не знаю, как я это сделал. Кто-нибудь не скажет? А что, так просто, что ли, эти прокачать? Отлично полетал. Ладно, так. Я должен долететь двойными прыжками. Не, и все, я долетел. Да, я долетел, я же сказал. Так, магазин. Чё, ты в сейф-зоне, да? Чё? Давай, входи. Или засыпь. Чё, давай. Погнали в бой, или испугался? Ой. Ой, блин. О, все! Я его убил. Я его убил. Чел, выходи. Го, побьемся. Блин, я продал свою силу. Ладно. Такс. О, да, нет, наверное. Капец. Это так классно выглядит. Да блин, я не понимаю, как он так метает то, что возвращается ему. Пацаны, кто-нибудь сразись, если не испугались. Хоть себя испугались. Ну ладно, значит, буду сражаться сам с собой и себя покалечить. Ладно. Нет, тут нельзя себя бить. Не, ну я побилась, можно было. Кибермех ниндзя. Ну алло! Чё все торгуют? Я, кстати, ни разу не смотрел, что за анимация происходит. Я хочу посмотреть, что это за анимация.
Ладно. Ну, алло, меня уже все испугались, да? Пацан, ну ты меня хоть не пугайся. Или ты не пацан? Ну меня не пугайтесь, я хочу сразиться. Давай я хотя бы с тобой сражусь. Пацан, выходи из магаза. Из магаза выходи, я тебе скажу. Да. Подерусь я с кем-то на таком сервере. Я тут буду бить вас. Эй, алло, из сейф-зоны выходи. Из сейф-зоны выходи. Не надо. А, ну хотя я могу тебя там побить. Если ты не лох, то я тебя тут побью. Да блин, что ты встал, я тебя побить вообще-то хочу. Смотрите, ребят, я его могу бить, даже когда он в безопасной зоне. Но ему урон не наносит, видите? Он в безопасной зоне, а я нет. У меня нет щита. И не написано вот тут безопасная зона. Ладно, все. Погнали. Ну блин! Кто-нибудь хочет сражаться против меня или нет? Вот, блин, когда я не хотел посмотреть на анимацию, как я душу забираю, и этих душ было куча, а теперь нет. Хотя я могу его побить. Я его могу побить. Он меня не побьет. Ну, я же сказал. Так, давайте посмотрим. Пух! Не, ну классно вообще. Я мастер вулканов. А кто на меня? А кому жопа? Кто на меня? Я вот так вот даже буду сидеть. Я тут! О, корабль летает. Потом его собью как-нибудь. Мысли позитивного мастера. Собью корабль! А, там какой-то чел прыгает. Я хочу его побить. Мне нужно. Мне. Ты куда? Да блин, куда он это делает? Сливает урон. Ай! Куда он ускакал? Я его побить хотел. Да блин, ну давай! Не, ну, ребят. Да блин, где ты? Куда он исчез? Он что, читер? Ладно, он не читер. На! О, нормально! Раз душа. Раз дюшес. Дюшес. Два дюшес. Дюшес! Алло, почему я не могу эту душу забрать? Душа! Ты чё, офигел? Сюда подошел, и я тебя побью. Выходи, если не лох. Блин, он лох. А где душа? На! Раз! Нормально. Не, больше я плохие души собирать не буду. Ой, пацан. Ну ты что, издеваешься? Пацан, сюда подошел. Ой. Ну, короче, не буду его душу забирать. Она темная. Ладно. Теперь на планету Зефир летим. Так, все. Мы прилетели. Магазин. Покупаем. И теперь покупаем полномочия. Да блин, почему перевод такой смешной? Ой, X2 дамаг. Не, ну вам точно все. Эй, пацан! О, нормально. Эту душу мы забираем. Эту душу мы тоже забираем.
Капец, я крутой. Почему ты так безопасно идешь? Ну блин. Ну вижу кого-то. Вижу кого-то. На, получи! Блин, а ты темная. Почему ты темная? Я хотела светлую, дурак. Ладно. Я не буду темные души собирать. Но бить я их буду. Капец. Не, ну ребят, тут вообще идеально все проработано. Идеальная игра. Эй, пацан, выходи из зоны. Сейф зоны. А то я тебя бить буду. А, я тебя не могу убить из сейф зоны. Давайте. А я могу. Кстати, ребят, попробуйте на корабль приземлиться. У вас получится или нет? У меня ни разу не получилось. Корабль какой-то летучий. Да ну, а я не знал. Так. Ну, ребята, это для меня не труд никакой. Просто убить чувака. Стой! Я тебя убить хочу. Почему? Почему ты всегда? Я вот знаю таких людей, которые всегда в сейф-зоне. И мой вам совет. Никогда не находитесь в сейф-зоне. Ладно, шутка. Всегда находитесь в сейф-зоне. А то такие, как я, вас побьем. Наверное, один я тоже вас побью. О, ребят, это Спарта! Нормально. Не, ну это реально Спарта. Да блин! Давайте я тут буду летать просто. Да как ты это делаешь? Пацаны, нападать, я в АФК. Давай раз. Два. Три, четыре, пять. Все! Торговля. Почему торговля снизилась? Ладно. Капец, подписочка классно выглядит. Вы должны подписаться. Те, кто не подписаны, те подпишитесь, пожалуйста. Капец, я стою странно. Сейчас на шамане. Блин, я не успел, да. Не успел. Сюда подошел, я тебя попью, обещаю. Ай, ладно. Что мне бить-то? А, блин, не хватает. Ну ладно, значит побью вас. Вот. Да блин, ты куда полетел-то? Да блин! Куда вы улетаете? Блин! Ну блин, вот мне нравится, когда кто-то мастер вулканов, потому что я это вижу и бью мастеров вулканов. Нормально. Не, ну кстати, кто-то мне нормально продамажил. А эту душу я как соберу? Самый лучший день. Ты чё, офигел? Согласиться. Ребят, это было так смешно. Не, ну, ребят, я просто над ним угорал. Я сделал вид, что я это... А ничего не могу сделать. Да блин, уходи! Я его даже так побил! Кто на меня, а? Кто на меня? А, все. Задание завершено. О! Я еще кого-то побил! Нормально!
Ладно, так. Да не, мне уже много чуваков трейд кидают. Наверное, потому что знают то, что со мной лучше не связываться. Я вот с такими бедами всех бью. Так, стри... Ага! Сюда подошел! Нейтральный. Я легкий учащийся. Ты куда, чел? Пацик, стой! Я тебя отлуплю ведь, если не остановишься. А если остановишься, то все равно отлуплю. О, легкая душа, нормально. Раз! Не, ну ребят, это классный симулятор. Если хотите, заходите. Надеюсь, мы встретимся. А, кстати, ребят, напоминаю, кидайте мне трейд, пока у меня еще мало друзей. У меня уже 117. Надеюсь, вы успеете попасть в 200, в топ-200 моих друзей. Ну, в Roblox именно. И если мы будем в сети в одно время, то можете ко мне зайти и написать, типа... О, привет! Ребят, я уже сделала одну эволюцию, и она так проработана! Давайте вместе посмотрим еще одну. Ну, потому что я смотрела уже одну. Ну, без видео. А теперь я... Смотрите! Пух! Не, ну классная эволюция, классно проработана, блин. Так, что мне делать? Да, вот так. Не, я же могу постоять. Магазин. Ребят, ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставь, блин, а зачем? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Мирхан Промити. Ну а я за... Ой, ну а я дальше прокачиваться. Я же все просрал из-за эволюции. Не, ну. Это самый проработанный симулятор, в который я играл вообще. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Мирхан Промити. Всем покедова. Чё, пацан, ты на меня? Мастер вулканов нет. Вот есть хоть кто-нибудь? Самолет? Никого, кажется. Там никого нет. Ну ладно. Что? Надеюсь, это не сейф-зона. Это сейф-зона. У меня вовсе не пойду. Так, команда. Ой, стоп. Капец, я жесткий. Ладно, всем пойти. Стоп, я запись не выключу. Всем пока, кедова.